Всем привет, ребятушки, вы на канале Strawberry Mal, со мной Кобра Мэн, и сейчас мы будем гулять по Ольгинке. Кстати, ребятушки, спасибо вам большое за хорошие комментарии, за пожелания, я вас всех очень сильно люблю. Ну что, поехали! Strawberry Mal, куда идем? Гулять. Сейчас мы пойдем в Пятерочку за чаем, потом пойдем сядем за столик. А потом кофе на песке, да? Да, ну ты будешь заказывать кофе на песке. Так, если что, ты за меня будешь чай платить. Ага. Да, посмотрим. Давай. К сожалению, ребятушки, мы завтра уезжаем в Ростов. 10 дней пробежали так быстро. К сожалению, за весь отпуск мы смогли покупаться только 2 раза. Потому что штормило, то море холодное было. Ну, вообще, короче, не очень. Тем более 10 дней это очень-очень много, ребятушки. Нужно брать неделя целая, а не 10 дней. Сегодня днем рождения. Будь здоров, Вася. Не хвоста тебе, не шиши на рыбалке. Он даже не будет с днем рождения. Поздравили. Регистрируй нас, как поставили. Да надо, мы господа, закончим. Вода прозрачная. О, водичка холодненькая, ребятушки. Она не прыгает, до полного причаливания прыгать не нужно. А вода прозрачная. Иди попробуй водичку. Попробуй. Давай. Хорошая, теплая вода. Холодная. Холодная. Но она прозрачная зато. И волн почти нет, но только из-за кораблей. Да, пока что потерял. Отлично. Что, пойдем дальше? Пойдем. Ой, пойдем. Пойдем. Видишь, как мужчина обгорел? У него что-то все слазит. А мы, ребятушки, мажемся кремом от загара. Поэтому мы не обгораем. Но все равно у меня ноги немножко потемнели. Потому что я же думаю, что я приду на пляж и буду купаться каждый раз. А не получается. Получается только... посидеть на море, посмотреть. Из-за плохой погоды. Мамочка. Здесь присядем, да? Там. Это самое наше место. Но сначала мы идем в Пятерочку, чтобы купить чай. Юсти, да. Кстати, ребятушки, смотрите, я этих лисят, короче, выиграла, когда в тир играла. Ну, если что, видео на канале выйдет. Если попросите, конечно. Наперс пойдем? Пойдем. Посмотрим, сколько людей на пляже. Мы-то уже увидели, но... Но для ребятушек надо снять получше.
напишите в комментариях, чтобы Кобра Мэн начал снимать видео на YouTube. А то что, я только одна снимаю. Кобра Мэн, ты будешь снимать видео, если ребятушки попросят? Да, да. Точно? Точно. Смотри мне. Ребятушки, пишите в комментариях. Напишите именно так. Кобра Мэн, запятая. Снимай видео на YouTube. Точка. Или восклицательный знак. Короче, без разницы. Или просто иди снимай на YouTube. Обалдеть, ребятушки, какая красивая водичка. Кстати, ребятушки, когда мы в первый раз увидели эту надпись, мы прочитали, как рыгать. Это запрещено. Это Кобра Мэн так прочитал. Не, ну прыгать и рыгать вообще разные. Я думала вообще это по-другому прочитать. Я думала прыгать так прыгать. Нет, блин, рыгать. Ладно. Вон, ребята, кстати, с другой стороны. Вот красивые горы. Кстати, ребятушки, это, по-моему, шестой раз, когда мы приезжаем на море. Мы три раза были в Новомихайловке, один раз в Джубге. Джубга нам не понравилась. Кстати, я без Кобра Мэна ездила тогда. Почему-то у Кобра Мэна не совпадал отпуск. Ну вот, мы приезжали в Джубгу, один раз приехали. Нам не понравилось, правда скажу, не понравилось. Море грязное очень было. И тем более мы схватили, короче, кишечную палочку. Нам очень плохо было. Вообще, тошнило, животы болели. Вот так, ребятушки. Поэтому мы захватываем новые места, так сказать. Ну, короче, пробуем другие места. Наверное, в следующий раз мы в какое-нибудь другое место поедем. Хотя моему папе больше всего понравилась Новомихайловка. Но мне пока понравилась больше всего Ольгинка. Номера отличные и морюшка красивая. Тебе где больше всего понравилось? Мы же снимали для тебя видео. В Ольгинке. В Ольгинке? Ну да, конечно, потому что ты единственный раз с нами съездила именно в Ольгинку. Ну, собачка стала. Какая собачка? Фильм. А, собачка. Стинки уснули. Вот, ребятушки, игрушки. А вот собачела. Ребятушки, прошу прощения, то, что я немного подкашливаю, я немного приболела, но надеюсь, что вам не будет мешать это при просмотре этого видео. Ребятушки, если что, посоветуйте места. А в Пятерочке есть везде? Нету. Только а, в... Да. А здесь такая... Да нету там этого чая. А здесь через карты сложно проходит. Так вот, ребятушки, посоветуйте... А сок есть Пятерочка? Да. Куда везти берем здесь, а сок... Окей, ребятушки, если что, посоветуйте какое-нибудь место, именно там, где есть Черное море. Какое-нибудь место, где вам очень сильно понравилось. Ребятушки, нельзя снимать в магазинах, так что прошу прощения. Хотя, может, и можно. Хотя меня это не интересует, я буду для вас снимать. Так. Стоямба. Ух ты, какой спрайт приколдесный. Да. Блин, ребятушки. Вот он. Подожди. Ой, блин. Ребятушки, это не реклама. Вот, главное, что без сахара. Вот, тут есть разные. Лимонграсс. Ладно. Это самый вкусный чай. Ребятушки, это не реклама. Еще напитки.
Кофе, печенье, такое. Такая выпечка. Пойдем, забирай. Забирай чайки. Снесу. Ребятушки, мне кто-то написал комментарий. Спасибо, ребятушки. Хоть даже он плохой, все равно спасибо за то, что вы пишете мне комментарий. Я не могу, у меня чай, мне неудобно. Точно, капитан. Вот, молодец. Когда идем? Мы идем это забирать столик. Ну, там сидеть, но заказывать ничего не будем. А если же официант к нам придерется, точнее, то тогда мы закажем тебе кофе на песке. Хорошо. Ну ты же сказал, сам хочешь попробовать. Да. Ребятушки, почему-то, когда я снимаю, все смотрят на меня, как будто я какой-то непонятный человек. Как будто я снимаю ерунду какую-то. Ну, напишите в комментариях, что я нормально снимаю. Почему-то папа меня хейтит. Ну, для меня это все равно мотивация. То, что вы на меня подписываетесь, мне очень нравится. Что меня хоть кто-то смотрит. Кстати, ребятушки, когда мне пишет человек под ником Дональда Плей, ой, это моя бабушка другая. Так что это не думайте, что это Кобрамен. Это совсем другой человек. Кобрамен бабушка одна, а Дональд Дак бабушка другая. Ну, ты же по Дональд Даком не сидишь? Да. Ребятушки, какой вкусный чай, но это не реклама. Я уже знаю. Нам нужен тенек, так что это тот самый столик, там, где мы сидим. Вот, да, нормально. А тенек где? Тенек дальше, смотри, попробуй. Смотри, там тенек. Пишем тенек, ребятушки. А ну быстро нам предоставили тенек. Вообще нет тенька, ребятушки. Кстати, у меня 2 десятки есть, стоямба. У меня 2 десятки есть, стоямба. Давай что-нибудь купим. Так, ребятушки, что нам? Подожди. Мы можем купить эту ерунду, кристальный бум. Собери коллекцию чего? Кристаллов? Я так думаю, что это кристаллы. Жевательная резинка. Крутой поворот, собери всю коллекцию. Или браслетики. Я думаю, наверное, браслетики купить. Потому да, что мне только 20 рублей. Да. Подержи. Привет, ребятушки. Так, вот они 20 рублей. Так, первая десятка. Ой, ребятушки, а что это? Это что такое? Что застряло? Ребятушки, не получится. Пойдем туда что-нибудь другое. Так, жевательная резинка. Жевательная резинка. Или положи воду и через 24 часа она вырастет. Это дурдом какой-то, ребята. И что делать? Ребятушки. Стробри Маус, можешь помочь? Помогай давай. Я не хочу сломать. Ага, конечно. Давай, ребятушки, тогда кристаллики возьмем. На, подержи. Тогда, держи за эту палку. Ой, да. И снимай. Ну, ребятушки, поехали. Ой, нормально, да? Нормально. Раз. Вот. И второй. Что,
ребятушки, сейчас мы будем делать обзор. Сейчас, подожди. Давай. Ой, мы уже 15 минут снимаем. Пойдем все-таки на край. Пойдем на нашу, на наше место. Ребятушки, самый крайний, если что, это типа наш столик. Короче, если будете сидеть там, будете говорить, мы сидим за столиком Строберри Маус и Кобра Мэна. Так. Вот он мой чаечек. Это не реклама. Это не реклама. И палки. Это тоже не реклама. Телефон. И, соответственно, сейчас будем делать распаковку. Ну что, ребятушки, давайте смотреть, что внутри. Давайте сначала откроем чай. Ну это лайфхак такой, да, в магазин сходить сюда, прийти с соком вещи. Кстати, ребятушки, здесь в кафешке такой чай стоит около 150 рублей, а этот чай стоит в фасольке 80 рублей. Выгода? Лайфхак. Так он еще из холодильника холодный, вообще супер в жару. Ну что, ребятушки, давайте открывать. Вы первые смотрите. Что-нибудь видите? Ух ты, ребятушки. Прикольный камешек. Подаришь что ли? Нет. Хочешь? Он тебе нужен? Да. Спасибо. Ладно. Там один. Ух ты, прикольный какой, ребятушки. Вам видно, ребятушки? С одной стороны такой, с другой стороны такой. Я как раз таки люблю синий цвет. Ничего, кстати, не пахнет. Ну ничего страшного, ребятушки. В следующем году тоже поедем на море. Ну, надеюсь, поедем. Потому что за весь отдых мы покупались всего лишь 2 раза или 3. Это очень обидно, что приехали на 10 дней и покупались только 3 дня. Мы думали, что мы будем просыпаться в 7 утра и в 18:00 мы будем купаться. Потому что мы сейчас решили в самую жару пойти гулять. А вообще обычно мы не гуляем в это время. Это только для вас видеть. Вот так. А может быть оставить для моих подписчиков это? Оставить, пускай ребятушки найдут. Я не буду прятать. Ребятушки найдут. Блин, я думаю, никто искать не будет. Хотя вдруг кто-то будет искать, да? Только надо, не знаю, какую-нибудь бумажку подписать. Да нет. А вдруг они просто поймут, ну, найдут и не знают, что это принимают. Нет, знаешь, я бы открыла бы вот так вот. Не надо. Нет, бы записку положила бы и свой автограф оставила. Да, вечерком это до 18:00. Да, только у меня ручки нет. Что делать? Найдем ручку. Короче, ребятушки, подарочек для вас. Я надеюсь, вы не найдете его. Добрый мэн. Вот такие.
году, в этом сезоне открылся новый абсолютно огромный. Ой, молодец. А я вообще не пила. Что, ребятушки, я буду рада, что вы посмотрите это видео, что вы поставите лайк. Ну, я надеюсь, что вы поставите лайк. Подпишитесь на мой канал, поставите большой жирный колокольчик и напишите какой-нибудь комментарий. Можете даже плохое, хорошее. Но я все равно буду рада, что вы уделили свое время на меня. Ну что, ребятушки, всем пока-пока! Скажи пока. Пока-пока-пока. Пока.